Та-дам! Мы сегодня с Аней у меня на курсах. Понимаю, что это, конечно, так никто не делает. На курсы детей брать. Я сама не люблю, когда берут. Но сегодня так получилось, что надо было ее взять с собой. Я не хочу пропускать курсы, а Стас не может остаться с Аней. Вот. Первую часть курсов прошла нормально. Вот Аня тихонечко сидела, рисовала. Под конец ей стало уже немножко скучновато, но ничего, тихо сидела. Сейчас наступит вторая часть. Вот увидим, как она, бедняга, будет на второй части сидеть. Ага, не получается. Иди на горку вон залезь. Ну да. Еще полтора часа. Вот. А мы спускались вниз, пошли с ней за парковку платить. И она увидела, что здесь с другой стороны есть же Шпильплац. Говорит, мама, пойдем. Пойдем на площадку. Блин, идем сначала за машинкой, за машину заплатим. Говорю, а потом пойдем булочку тебе купим. Нет, не хочу никакую булочку, говорит, пойдем на площадку. Ну, думаю, ладно, пусть побегает. Сидела ж полтора часа, скучала. Сейчас еще полтора часа скучать. Не знаю, чем буду ее развлекать. Как-то будем держаться. Что вообще творится? Какая-то забастовка, что ли? Мы вот сегодня, последний день у нас Унтерихта, и вот это вот постоянно происходит. Уже в течение нескольких часов. Ну, у меня для вас сюрприз. Та-да! Буду снимать новый влог. Давно не снимала. Ну, мы выписали себе из Украины бабушку. Вот. А, бабушка у нас уже сколько вы у нас? 3 дня? Четвертый. Уже четвертый. Да. Но так как я вся в экзамене, все самое интересное прошло мимо камеры. Там у нас, вон, видите, красивая Барби-кукла идет. Она сегодня идет первый раз самостоятельно на этот. Это к деньгам, мам. А я вот сюда пройду. У нас тут ЧП случилось на выходе. Кто-то принес в дом гуано. Вот. И вот она у нас сегодня такая вся одетая, разодетая, идет на день рождения к своей подружке. Мы специально съездили сегодня, подарок купили. Вот. А пока Анечка наша будет 3 дня. Три дня. Мама выдала желаемое за действительное. Пока она будет 3 часа у нас на празднике. Анечка, покажи, какая ты красивая. Ну, покажись, какая ты красивая. Вот какая у нас принцесса принцессная. Ой, ну зачем ты ее раздеваешь? Ну вот, пока. И у нас все в тон. Все в тон. Пока она будет, значит, на дне рождения, мы съездим в магазин. У нас новый мебельный магазин открылся. Вот. И мы хотим там присмотреть себе диван. Они сейчас дают беспроцентную рассрочку. Потому что сразу выложить такую сумму как бы за диваны, ну, жалко мне, жалко. Вот, надо пользоваться бабушкой, пока она здесь, и порешать все наши насущные проблемы. Замолчи, женщина. Сдали мы нашего ребенка, значит, все разукрашенные ведьмочек, каких-то привидений, оборотней. И только у нас розовая принцесса, девочка, феечка. И еще детей. Да, детей они пригласили очень много, но это получается такое помещение, как бы они сняли, там его украсили всячески, стол накрыли, музыка у них там, мама ведьма, папа пират, в общем, все дела. Короче, у нас 3 часа есть теперь для того, чтобы съездить, посмотреть мебель. Что самое главное, у них там пиньята. Да, пиньята, это вообще красота. Вот из пиньята. Ну вот, надо будет взять себе на вооружение. У Ани будет в январе день рождения. Надо будет потом у них узнать, сколько это вообще им стоило и как это организовать. Так, мы вот были в этом магазине. Я там видео снимать не стала, если честно, побоялась. Я не знаю, можно там или нельзя снимать.
Но настоятельно рекомендую. У них сейчас какие-то скидки. Они дают беспроцентный кредит на 6... Ой, да, на сколько там? До 24, по-моему. Мне предлагали до 2 лет. Ну, мы на 24 не согласились. В общем, ура! Мы с диваном. Нам до Рождества должны его привезти. За неделю до Рождества. Да, за неделю до Рождества должны привезти. Вот. Диван, который раскладывается, вышел нам 708 евро. Вот, он раскладывается в кровать двуспальную. И мы там вчетвером должны очень хорошо перед телевизором поместиться. Вот, мы его взяли в рассрочку на год. И будем по 59, да, по 59? По 59 евро платить. Мы отвели принцессу, а назад получили бармалейку. Ну, папа, примерь. Тебе идет. Мы сегодня приехали в зоопарк. Она интересна. Это птичка, она издает такой интересный звук. Казалось бы, такая маленькая. Вот такие интересные звуки издает. А у этой нос такой интересный. Чудеса природы. У меня, кстати, сегодня просто нет курса. Курсы мои закончились, и через 2 дня я сдаю экзамен. Вместо того, чтобы сидеть и готовиться, мы поехали в зоопарк. Ну, надо же как-то и расслабляться. Да и детей надо выгулять, чушь у них идет. Проходят каникулы, а никуда мы так и не выезжали. Правда, бабушка приехала, им, конечно, тоже развлечения есть. Вот, они бабушкой развлекаются. Но все равно. Я когда сегодня предложила, говорю, поедем в зоопарк. Они такие, да, да, конечно, поехали. Что интересное это увидела? Змеючка Оленка. Он что, поел только что? Смотри, какой. Ну да. Наверное, даже не только что. Что-то он уже давно переваривает. Мне нравится голову так. Да-да-да. А та колбаса. Колечко колбаски. Змеючка Оленка. Ящерицу увидели. Вон она, видишь, куда прячется. Попробуй там ее увидеть. Все, нету. Только хвост увидели. Ну как же обойтись без площадки? Ой! Ой! Кто-то очень быстро бегает. Мне надо это. Что там, песок? Угу. Нам сегодня 18 обещали, но пока 12. Мы в ожидании. У бабушки преодоление себя. Она вообще жутко боится летающих птиц. Боится до жути. Но ради внучки решила себя преодолеть. А вот у нас тут какой сосед. Не пьют? Да, вон. Ага, карабкается. Бабушка говорит, ну я, говорит, попробую. Если что, на коленях выползу. А Кирюша попробовала их попоить, но они, наверное, уже наелись, да? Я тоже так думаю. Мы тут уток кормим. Я пеликанов. Покажи, что там, как выглядит корм. Вот так вот. Жменька корма 50 центов. Они такие прикольные утки. Аня пытается докинуть. Наглые пеликанища. Приплыли, значит, погоняли всех птичек. Стоит, смотри, крылья распушил.
Да, Лёш. Девчонки заняли наблюдательный пункт. Изучаем жизнь пингвинов. Кирюха не может найти, где ему лучше видно. Везде по-разному. Рыбой тут пахнет. Да, Зань? Угу. А он бабушка Аню на этой, на коляске. Подвозит. Посмотреть. Мам, брилен пингвин, потому что... Смотри, что-то понесли. Кирюш, смотри. Какие-то листики мы собирали и понесли туда. Ну и дом, наверное, будет себя там строить. И что, сильно клюнул вас за это? Да, хорошо, прям клюнул так. Обалдеть, бабушка подсунула палец. Вон, видишь, вот так, вот тут. Вот серьезное дело. Смотри, я моей рукой двигаю, он просто за мной. Ты дразнишься. Вот, смотри. Вот тебя не клюнет. Анин пальчик ему нравится больше. Можно? Нет, твой неинтересный. Мой неинтереснее. Столбики застыли. У нас тут свой орангутанг висит. И свой тюлень. Один тюлень, один орангутанг. Зачем далеко ходить? Ну. Все под рукой. Величайшее открытие, вот этот ученый, который был... О. Скрытая камера. Пришла скрытая камера. Я не знаю, это, где ничего нет, но мост ведет куда-то. Куда-то мост ведет. Подсалзанные миры какой-то. У нас вечер субботы. Аня рисует. Но окна есть. Так там ну, Аня такое нарисовала, что надо посмотреть еще. Обязательно Аня. Посмотрим. Поверни, покажи маме. Мальчики в лего копаются. Бабушка, а вы что? А я убираю. Смотри, Аня, какую красивую. Ой, какая красота. Смотри. Обалдеть, как красиво. О, такая интересная абстракция. Я могу пистолет сделать. Ой, уютный семейный пистолет. Вечер. Чем ты тут собрался? А у меня здесь своя релаксация. Экзамены позади. Сдала. Не спрашивайте, результаты будут через 6 недель, не знаю. Экзамен был очень сложный, очень. Я вообще как бы не ожидала, что он будет такой сложный. Ну, может, когда-нибудь потом расскажу в следующем видео. А то и так много наснимала. Все, спасибо, что были со мной. Я буду продолжать рисовать. Мне мамуля он купила такую красивую картину. Ну, правда, вот это вот все, посмотрите, какое оно мелкое, видите, мой ноготь. И это. Ну, я люблю такое, мама знает. Спасибо, мамуль, тебе цём. Вот, буду развлекаться и отдыхать. Обязательно расскажу, как прошел экзамен, но в следующем видео. Все, пока.